10 фактов о Чан Хёке. Настоящее имя Чон Ён Джун. 1. Родился 20 декабря 1976. 2. Рост 1,77 м, вес 63. 3. Популярные дорамы «Обречен любить тебя», «Лабиринты разума», «Голос», «Скажи, что ты видела». 4. В 1997 году дебютировал в телевизионной дораме «Модель». 5. В 1999 году появился в клипе на песню популярного бойс-бенда. 6. Карьера актера пошла вверх в 2001 году после главной роли в фильме «Вулканический удар», где он снимался с актрисой Шин Мина. 7. В конце 2004 года было обнаружено, что он незаконно уклонился от военной службы. На фоне публичного осуждения Чан Хёк извинился перед поклонниками и отслужил 2 года. 8. Более 10 лет практиковал боевое искусство джит-кундо, а также является бывшим профессиональным борцом тэквондо. 9. Актер признался, что хотел бы стать учителем. 10. Женился на инструкторе по пилатесу Ким Ю Джин. У супругов 3 детей.